С вами маг-чародей Антон Чалей. Брожу я вот как обычно по просторам интернета. И вдруг нечаянно натыкаюсь на игру Super Snake IO. И эта игра просто дикий хардкор. Смотрите, как тут все странно, практически как Слизарио. Только все очень и очень странно. Антон Чалей. Так, начинаем игру. Блин, что это такое? Что это такое? Ну нихера себе, а это что за хрень? Что у меня за номер вообще? Что у меня за тройка на лбу? Мать твою, а? Как так? Как так? Вы помните в Слизарио? Как играть? Вы когда подставляетесь кому-то под бок, то все, он умирает. А тут я не знаю, как тут играть. Может быть, вот это то, что у нас посередине башки, да, вот этот номерок. Скорее всего, это уровень наш, но это очень странно. Почему мы синим светимся? Почему? Тут можно, по-моему, еще использовать клавишу пробел. Так, и что это мы сделали? Плюнули чем-то или что это такое вообще? Давайте плюнем в него, оп. О. Мы кого-то побили. Что это такое? Это, наверное, конец территории? Все настолько странно и непонятно. Тут какие-то круги, я не знаю для чего они, хребты каких-то мертвых змей или что это такое? Не понимаю. О, у нас есть карта, смотрите, мы видим, где царица, где самая большая змея, оп. Мы кого-то нечаянно убили. На третьем уровне, а я уже на 9-м месте, прикиньте. Это тебе не... Слизарио. Так что то слишком дерзкий ты. Китах тебе, оба. Так, все, убегаем. Нам проблемы не нужны. Давайте наедаться, у нас теперь будет тактика. И я ее придерживался. Мы просто должны сидеть так спокойненько, жрать как можно больше всего. Оба, все. Убили еще одного. Мы уже 6-й, прикиньте, я только начал играть, я вообще не умею играть в эту игру. Но я уже на 6-м уровне, вот это мощно. Тут, походу, в этой игре долго никто особо не задерживается. Какой-то Дарио? О, Дарио, это как Марио, только Дарио. Я понял, я все-таки понял, да. Поиграв в эту игру, я все-таки... Ой-ой-ой-ой-ой. Поиграв в эту игру, я все-таки понял, что... Короче, поиграв в эту игру, я все-таки что-то понял. Сейчас, оба. О, представьте, я теперь просто царица змей, смотрите. У меня 12 уровень, я первый на карте. Так, ага, вздернули еще кого-то. Так, оп. Так, что-то вообще они как-то проезжают, кто-то уничтожается от меня, кто-то не уничтожается от меня такого же уровня, блин. Что тут творится? Что тут творится в этой игре, я вообще не понимаю. О, нифига себе, что это такое? Да ну нахер. Вы видели, что это было? Что это было? Почему какая-то змея была огненной, ударилась об меня, стала зеленой, а потом уничтожилась? Вы кто такие? Ну нахер. Странно, странно. Он хотел нас убить. Мы ему не дались, короче. Ваши комментарии с прошлых выпусков. Тут вы можете нажать на кнопочку, посмотреть все видео подряд. Сверху это геймблог, это игры. Снизу это Magic Vlog, это фокусы. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось это видео, можете поставить свой лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!